Скандально известный фермер Юрий Ксенофонтов получит часть субсидий от Минсельхоза в октябре. Напомним, ранее он из-за отсутствия средств на строительство овощехранилища поставил ультиматум властям о том, что собранный урожай картофеля выгрузит возле дома правительства и мэрии Якутска. Между тем, в Минсельхозе отметили, что по условиям соглашений хозяйство должно закончить строительство картофелехранилища до конца 2018 года. А в свою очередь получателю возмещается из бюджета до 80% от общих затрат по строительству объекта. Однако Юрий Ксенофонтов затянул начало работы, теперь он вынужден самостоятельно искать место сбыта и хранения урожая. А субсидия на строительство овощехранилища фермеру будет доведена до конца октября. Если мы положим... На сегодняшний день уже часть я договорился, сложил в КХ «Котрус» соседнее хозяйство. Ну и так туда-сюда на севера авиа отправляю. Через свой магазин тоже продаю. Ну, надеюсь, в октябре уже дадут деньги. Хотя бы я материал закуплю. Сейчас я не знаю, как я зимой буду строить. В октябре он получит первые субсидии, которые запланированы в 2017 году. Значит, это около 17 миллионов рублей. Остальная часть финансируется в 2018 году, в первые полугодия.